2 августа в Твери пройдет очередная годовщина создания воздушно-десантных войск России. О самых интересных событиях праздничной программы рассказывает наш корреспондент. День ВДВ в Твери всегда отмечают масштабно, но без каких-либо изменений плана. Можно сказать, что все четко, по-военному. Вот и в 2019 году, 2 августа, решили делать традиционную программу праздника. Всех, кто планирует надеть тельняшку, голубой берет и отправиться на празднование, ждут у памятника главному десантнику страны, герою Советского Союза Василию Маргелову. Мы его встречаем с радостью, потому что предстоит встреча со старыми боевыми друзьями. Потому что мы опять в этот день стоим плечом к плечу. Мы опять себя ощущаем нужными своей родине и готовыми к ее защите. Неофициальное открытие праздника начнется в 9 утра на парковке у гипермаркета «Глобус» с отправления автопробега по городу. Десантники традиционно громко и красочно проедут по центру Твери к конечной точке – обелиску Победы. Большая колонна будет сформирована. Колонну будет возглавлять бронетранспортер от наших силовых структур. Сопровождать колонну будут сотрудники ГИБДД, и спереди и сзади автомобильные патрули будут выставлены. Основные развлекательные зоны будут открыты после завершения официальной части. Так, на стадионе Суворовского училища можно будет увидеть показательное выступление парашютистов Тверского авиационно-спортивного клуба. После этого в 12:20 на стадионе Суворовского училища начнутся показательные выступления военнослужащих Тверского гарнизона, спортсменов регионального отделения Союза десантников и спецподразделения УФСИН России по Тверской области. Отряд мобильного специального назначения представит нам специальную автомобильную технику. Отряд специального назначения УФСИН «Рысь» представит нам современное вооружение. Там будут интересные виды вооружения. Ну и само показательное выступление будет показывать отряд специального назначения «Гром» УВД России по Тверской области. Ну и заканчиваться наши будет с парашютными прыжками. Поэтому спортсмены-парашютисты у нас высокого класса. Я думаю, что это будет, как всегда, изюминкой нашего праздника. Традиционное празднование 2 августа купание в городских фонтанах не актуально. Это не та традиция, которой придерживаются большинство десантников. Так, в некоторых СМИ других регионов прошла информация о том, что в день ВДВ в городах будут отключены фонтаны. Тверь не поддержала идеи, ведь у нас не так развито подобное явление. Безусловно, такая традиция есть, но как-то уже начинают отходить от нее. В городе Твери она никогда не была ярко выражена. У нас не планируется специального отключения фонтанов, потому что военнослужащие воздушно-десантных войск – это вменяемые люди. На празднование главного праздника всех десантников традиционно приходят целыми семьями. Поэтому и подрастающее поколение организаторы не забыли. На площадке будет детский сектор с батутами, играми и машинками. Кроме того, на празднике будет работать полевая кухня.